Теперь карагандинским студентам могут позавидовать залы европейских и дворцов, где часто, как в старые добрые времена, проходили роскошные балы с шикарными платьями и не менее шикарными балетными па. У студентов Карагандинского технического университета все по правилам. Джентльмены в черных костюмах, дамы в белоснежных платьях. Впервые в Караганде прошел венский бал, инициатором которого стал профсоюз студентов КРГТУ «Жас-Орда». Данное мероприятие было приурочено к 60-летию университета. Такая круглая цифра присутствовала и в количестве участников бала. Напомним, что это не профессиональные танцоры, а дебютанты, которые выложились на все 100%, дабы подготовиться к празднику своего университета. Это делается впервые, и при этом мы, я так думаю, что сегодня молодежь наряду с овладением техническими знаниями, она также должна владеть и основами вот таких вот мероприятий, потому что сегодня это молодые люди, а завтра они пойдут на производство, и они должны быть всесторонне подготовлены. Только еще раз удостовериться в наших студентах. Как говорилось в старой доброй комедии Шурика, студентка, комсомолка и просто красавица. В нашем случае они не только комсомолы, студенты и красавцы, но еще и танцоры и замечательные организаторы. 2 месяца ежедневных упорных тренировок и результат налицо. По залу они изящно летают. У меня просто непередаваемое ощущение. Я себя ощущаю, словно девушка 19 века. Мы все очень волнуемся, но надеемся, у нас все хорошо получилось. Танцевали не только 60 подготовленных пар, но и гости мероприятий. Амина Смакова, Баруран Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.